криптовалюты, мы это биткоин, эфириум и все остальные. Криптовалюты и шпинат, чем они похожи? Вы либо любите их, либо ненавидите. Покойный инвестор-миллиардер Чарли Мангер о криптовалюте, цитата, это цитата, я ее ненавижу, близкая цитата, что приводит нас к нашему сегодняшнему гостю, который ее обожает, сооснователь и главный исполнительный директор Coinbase, одной из крупнейших криптобирж в мире, Брайан Армстронг в программе Uncommon Knowledge Now. Добро пожаловать на Uncommon Knowledge. Я Питер Робинсон. Сын двух инженеров, Брайан Армстронг, вырос в Сан-Хосе, штат Калифорния, учился в средней школе Беллармин Преп, расположенной недалеко от этой студии, и иезуитской школе для мальчиков, а затем посещал университет Райса, где получил степень бакалавра и магистра в области компьютерных наук. Мистер Армстронг работал в IBM, Deloitte, Airbnb, а затем в возрасте неполных 30 лет, как я понял, основал криптовалютную биржу Coinbase, главным исполнительным директором которой он остается. Сейчас рыночная капитализация Coinbase составляет около доллара. Брайан, добро пожаловать. Спасибо, что пригласили меня. Итак, мы должны начать с этого. Я процитирую сообщение в Twitter, X-Post, как его сейчас называют, от службы поддержки Coinbase, и это сообщение было сделано несколько дней назад, а мы говорим о начале марта. Это сообщение было сделано в самом конце февраля. Цитата. «Мы знаем, мы в Coinbase, мы знаем, что некоторые пользователи могут видеть нулевой баланс и могут испытывать ошибки при покупке или продаже. Наша команда проводит расследование, ваши активы в безопасности. Закрываем цитату». Перебои в работе сервиса Coinbase? Что происходит? Да. Ну, к лучшему или худшему, криптовалюты продолжают проходить через эти циклы массивных взлетов, затем коррекции вниз, а затем еще один массивный взлет до следующего цикла. И поэтому, по сути, за последний год, когда криптовалюта была в минусе, мы начали планировать, когда произойдет следующий цикл. Мы протестировали наш сайт на нагрузку, предполагая, что в любой момент на него может прийти трафик в 10 раз больше, чем в большинстве отраслей. Обычно вы можете увидеть увеличение на 20 или 30%. 10x — это очень много. Цунами. Да, и когда цена биткоина превысила предыдущий исторический максимум последние несколько недель, мы увидели, как всего за час произошло более чем 10-кратное увеличение. Поэтому на сайте возникли некоторые ошибки, отображения и тому подобное. Но это не повлияло ни на какие активы, хранящиеся под ними. И, к сожалению, теперь, когда люди действительно полагаются на нас, не только те, кто использует приложение Coinbase напрямую, но и крупные финансовые учреждения, которые строят на нашей инфраструктуре, нам действительно нужно продолжать инвестировать в эту инфраструктуру, чтобы выйти на новый уровень. Окей. Итак, это сбой, написанный строчными буквами. Это не было важным событием. Ну, оно было важным с точки зрения наших клиентов и других компаний, которые зависят от нас, так что этому нет оправдания. Но то, на что вы ссылаетесь, было ошибкой отображения, да? Хорошо. Хорошо, слушайте. Я хочу перейти к разным вещам, которые, на мой взгляд, действительно глубоки и увлекательны. Но сначала я осознаю, потому что всю неделю спрашивал друзей, что вы думаете о криптовалютах, что вы думаете о них, я осознаю. Что, по крайней мере, я отношусь к поколению, в котором, если вы спросите, что вы думаете о криптовалюте, вы получите несколько человек, которые любят ее, и несколько человек, которые ненавидят ее, как и шпинат, но вы также получите несколько человек, которые не скажут «ну». Так что мы можем просто быстро сделать основы. Что такое криптовалюта? Да. Когда люди говорят о криптовалюте, я имею в виду, что это очень широкий термин. Криптовалюта — это технология, которая может быть использована для обновления финансовой системы множеством различных способов. И люди создали много разных вещей. Но давайте начнем, пожалуй, с первой и самой важной вещи, которую удалось создать с помощью криптовалют — это биткоин. Биткоин следует рассматривать как цифровые деньги. Он децентрализован. То есть нет ни одной страны или компании, которая бы его контролировала. В этом смысле он немного похож на золото. Здесь нет центрального органа власти, и поэтому они децентрализованы. Как и золото, она дефицитна, и люди действительно рассматривают ее как новую форму цифровых денег. И уже одно это является мощным прорывом, который положил начало всей этой индустрии. Мы можем поговорить и о других вещах, которые появились впоследствии. Но я думаю, что это хорошая отправная точка. Итак, можно я? Вы дали мне несколько заданий для чтения, и должен сказать, что когда я вник в технические аспекты хеширования, моя голова чуть не взорвалась. Но я нашел этот отрывок,
из статьи, которую написал Марк Андрейсен, один из членов вашего совета директоров. Криптовалюта на самом фундаментальном уровне — это прорыв в компьютерной науке, который опирается на десятилетия исследований и криптографии. Это способ, с помощью которого один интернет-пользователь может передать уникальную часть цифровой собственности другому интернет-пользователю, причем передача гарантированно безопасна и надежна. Криптовалюта впервые дает нам такую возможность. Хорошо, почему меня это поразило? Потому что я думал о том, что, оказывается, я купился на это. О, это какая-то безумная штука, которую придумали дети. Это не так. Криптовалюта построена на криптографии, которая как интеллектуальная дисциплина восходит как минимум ко Второй мировой войне, к Блетчли-парку и попыткам взломать коды нацистов и так далее. Итак, с чем мы имеем дело? Так что позвольте мне испытать это на вас. Если вы поверите Марку Андреасену на слово, а я полагаю, что вы склонны так поступать, потому что он входит в ваш совет директоров, он говорит, что криптовалюта, что технология, которая делает криптовалюту возможной, код, который делает криптовалюту возможной, относится прямо к 20 веку. Мы изобретаем ракеты, которые могут полететь в космос, и компьютеры. А в 20 веке мы изобрели криптовалюту. Это одно из главных достижений человечества. Теперь, могу ли я в это верить, или это немного перегрето? Я думаю, это очень справедливое заявление. Я думаю, что криптовалюта, да и такое же важное изобретение, как и рождение интернета, и это действительно прорыв в области компьютерных наук. Так вот, исследовательская работа, опубликованная в «Белой книге» по биткоину, была опубликована анонимным человеком. Так что мы даже не знаем, кто ее написал, что само по себе является интересной темой. Но если бы мы знали, я уверен, что этот человек, скорее всего, был бы лауреатом премии Тьюринга, которая является чем-то вроде Нобелевской премии по информатике. И вот что он сделал, возможно, упрощенно можно представить себе прорыв в информатике, лежащий в его основе. Это то, что до появления этой статьи в цифровом мире было очень легко делать копии. Так что если я сделаю фотографию на свой телефон, я могу отправить ее вам. Я могу отправить ее своей матери, да что угодно. Вы можете сделать бесконечное количество копий этого изображения бесплатно. В «Белой книге» по биткоину был показан способ, с помощью которого можно получить цифровой товар, обладающий доказанной уникальностью. Это мощная идея, потому что теперь вы можете обеспечить дефицит, и вы можете начать представлять активы, будь то деньги, цифровое золото, товары, акции. Вы можете начать оцифровывать эти вещи таким образом, чтобы они были доказательно уникальными. Люди не могут просто создавать бесконечные копии. И это действительно позволило создать нечто новое. Вы можете обеспечить соблюдение прав собственности, это один именно из вариантов. Так. Хорошо. Еще одно основное. Coinbase — это биржа. Что такое биржа? Да, обычно я говорю, что Coinbase — это самый простой способ, с помощью которого люди могут покупать и продавать криптовалюту, они могут безопасно хранить ее, но они также могут использовать ее для все большего и большего количества вещей. Так что если говорить об обмене, то это первый способ, с помощью которого люди начинают работать. Они должны прийти и купить немного, чтобы понять это и начать использовать. Итак, биржа — это просто ведение списка людей, которые в любой момент времени хотят купить или продать тот или иной криптоактив, и вы создаете книгу заказов. Так что это немного похоже на NASDAQ или Нью-Йоркскую фондовую биржу. И если в этой книге заявок у вас есть предложения, то они называются бидами и асками. И когда кто-то готов заплатить больше, чем тот, кто готов продать дешевле, цены пересекаются и происходит сделка. Так что работа на бирже — это, конечно, одна из наших задач. Хорошо, тогда я просто... Вот мой опыт работы с Coinbase. Около 5 лет назад, может быть, 6 лет назад, друг убедил меня купить 10-ю часть биткоина. Он сказал, не покупай целый биткоин, купи 10-ю часть биткоина. Так что я пошел, создал аккаунт на Coinbase и попытался купить 10-ю часть биткоина. Думаю, биткоин тогда стоил около $1. Так что я попытался потратить $1 примерно. И вы, ребята, установили контроль, что в тот день я мог потратить только $1. Потому что вы должны были проверить мою кредитную карту. Вы позволили мне потратить только $1. Так что я потратил $1 на биткоин и встал на следующее утро. А он стоил $1. И я подумал, что Бог отправил меня на землю не для того, чтобы я инвестировал в биткоин. И я забыл об этом. Тут появился Брайан Армстронг, ведущий этого шоу, и я подумал, интересно. Чудом я сохранил свой пароль. Я проверил свой аккаунт, он все еще там. Сколько? А сейчас он стоит чуть больше. Хорошо. И не только это.
дисплеи, я имею в виду, они привлекательно сделаны. И что привлекло мое внимание, я привык к старому представлению о том, что если вы работаете во взаимном фонде, то вы каждый день отмечаете рынок. Но здесь есть небольшое окно, в котором стоимость моей десятой доли биткоина растет или падает. Она изменяется на несколько пенни, я думаю, с интервалом примерно в 3 секунды или около того. Это не маркировка на рынок в конце каждого дня. Это маркетирование рынка каждые 3 секунды. Это поразительная вещь. Да, я имею в виду, что рынок для нее — это доллар. Это доллар. Люди постоянно торгуют этими вещами. И криптовалюты, особенно, знаете, биткоин, все эти активы, они были довольно волатильными в течение последних 10 лет. Это зарождающийся класс активов. Но я бы сказал, что за последние 10 лет он становился все менее и менее волатильным. А если вы посмотрите на экстремальные периоды, такие как пик и впадина, то отчасти это объясняется тем, что сейчас все больше и больше людей приходят торговать этим активом. На данный момент около 52 миллионов американцев используют криптовалюты. И я думаю, что если вы посмотрите на последние 10 лет, или, может быть, даже вернетесь на 3 года, 5 лет, 10 лет назад, каждый из них, я думаю, был самым эффективным классом активов за это время. Так что это довольно примечательно. Он был волатильным, но начинался с небольшой базы, с дикими колебаниями, а теперь стал самым эффективным классом активов за последние десятилетия. Самый эффективный еще и потому, что волатильность снижается, а скачки уменьшаются. Да, чтобы было понятно, он все еще гораздо более волатилен, чем, скажем, GM. GM, да, или крупной фиатной валюты, или чего-то подобного биткоину. Но я думаю, что со временем, когда вы достигнете, не знаю, миллиарда или двух миллиардов людей, которые пользуются этой штукой, она начнет приближаться к волатильности биткоина, вероятно, к волатильности золота. А затем она может стать даже менее волатильной, чем сейчас. Сейчас нет ни одного центрального банка, ни одного центрального органа, который бы меняет процентные ставки, чтобы попытаться сгладить колебания. Так что я не думаю, что это будет, возможно, меньше, как доллар США в какой-то момент, но он будет ближе к золоту, вероятно. Хорошо, хорошо, мы перейдем ко всему этому. Основатель Coinbase. Да. В год анонимного человека, который называет себя, я не уверен, что могу произнести это, Брайан, так что поправь меня, Сатоши Накамото. Именно так. Сатоши, так его все называют, верно? И мы даже не знаем, кто это, он или она. Мы ничего не знаем об этом человеке. Он публикует довольно подробную, но я имею в виду технически продуманную, но довольно краткую белую книгу. В нем описывается техническая основа этой новой штуки, которую неизвестный называет биткоином. И пару лет спустя вы читаете этот документ, и что происходит в вашей голове? Да, я имею в виду, это был действительно интересный момент. В декабре 2010 года я был дома на каникулах, и, знаете, иногда я бываю немного подавлен всей этой семейной суетой, поэтому я просто уединился в своей комнате и начал читать кое-что в интернете, и случайно наткнулся на этот документ о биткоинах. Как вы уже сказали, он довольно плотный. Помните, у меня была степень магистра в области компьютерных наук, я изучал... А еще вы сын двух инженеров. То же самое. Вы выросли, да, в семье, где люди понимали такие вещи. Ну, я, конечно, читал научные работы в колледже, и у меня была степень бакалавра по экономике, так что у меня были некоторые основы, но это плотная, даже для меня плотная статья. Но когда я читал ее, помню, у меня возникла мысль, что это действительно интересно. На самом деле, это, возможно, самая интересная и важная вещь, которую я читал за долгое время. В ней описывалась безумная идея, которая заключалась в том, что у нас есть интернет, а интернет — это децентрализованная штука, которую не контролирует ни одна страна. И это действительно демократизировало то, как мы перемещаем информацию. Но что, если бы у нас был такой же децентрализованный протокол, который демократизировал бы способы перемещения ценностей? И здесь возникает идея доказанного дефицита цифровых активов. Это не просто информация, которая может быть продублирована повсюду. Это фактически ценность, потому что каждый из них может быть доказательно уникальным. Я помню, как все эти мысли пронеслись у меня в голове. Кстати, мне пришлось перечитать эту статью, наверное, 4 или 5 раз. Но я помню, что думал, будет ли кто-нибудь использовать это, почему они должны доверять этому, попытаются ли правительство закрыть ее, может ли быть какой-то изъян в криптографии, который взорвет все это дело. И я просто не мог перестать думать об этом в течение примерно 6 месяцев. И я начал посещать эти ранние биткоин-встречи в районе залива. И могу сказать, что это тоже был большой опыт, если вы хотите об этом поговорить. Так все и началось. Необычные люди в первые дни. Да, люди, которые там появлялись, как я с любовью говорю, половина из них были докторами наук в области компьютерных наук, которые действительно интересовались этим, криптографией и прочим, а другая половина была вроде как анархистами. И даже, кажется, было несколько бездомных, которые просто хотели получить бесплатную выпивку или что-то в этом роде, так что это была настоящая разношерстная команда. Вы когда-нибудь видели фотографии компьютерного клуба со Стивом Возняком, где у всех огромные бороды, и они ходят в сандалиях? Это было немного похоже на то. Это было что-то вроде очень хакерского дома, не JP Morgan, скажем так. Ладно, понял, понял, понял. Итак, читая газету,
Прошу прощения. Читая газету, вы нашли, стали сооснователем Coinbase. Это целая история, но вы уже рассказали ее. И я хочу, чтобы зрители знали, что это увлекательная история, но вы уже рассказывали ее Гаю Разу, Роз, в его серии подкастов под названием «Как я это построил». Поэтому я не буду рассказывать вам все это, хотя это очень увлекательно. Но я хочу подчеркнуть вот что. Это запись из вашего блога, который вы написали пару лет назад. Это ваша цитата. «С самого начала я создал Coinbase, чтобы использовать силу криптовалюты, чтобы создать больше свободы в мире. Силиконовая долина. Я понимаю, чтобы заработать больше денег, но создать больше свободы в мире — это необычная идея. Объясните». Да, я очень увлечен этой идеей экономической свободы. И я думаю, что если вы посмотрите, что это вообще значит, потому что большинство людей даже не знают, что это значит, то это термин, который экономисты используют, чтобы посмотреть на разные страны мира. И они смотрят на различные показатели, например, есть ли в стране надежная валюта, соблюдаются ли права собственности, насколько распространены коррупция и взяточничество, могут ли люди участвовать в свободной торговле. Это все такие странные вещи. Но я думаю, что для меня... это очень важно, потому что в основном затрагивает идею о том, что если я попытаюсь сделать что-то хорошее для мира, могу ли я получить за это вознаграждение и сохранить его? И если это правда, как и права собственности, то люди будут стараться делать больше хороших вещей. И если вы посмотрите на данные, это действительно сильно коррелирует с действительно позитивными вещами, которые вы хотите видеть в обществе. Так, в странах с высокой экономической свободой не только выше рост ВВП и тому подобное, но и выше уровень счастья граждан, лучше отношение к окружающей среде, меньше коррупции. Чище воздух, чище вода, лучше школы. Это даже коррелирует с меньшим количеством войн. И я немного наблюдал это. Я провел год, живя в Аргентине, Буэнос-Айресе, и мне довелось увидеть страну, которая раньше входила в десятку лучших стран мира, этот своего рода Париж Южной Америки. И в результате ряда негативных действий правительства она опустилась, возможно, на 120-е место в мире. И это было общество, которое действительно было разрушено высокой инфляцией, коррупцией и отсутствием прав собственности. В смысле, имущество людей могло быть конфисковано в любой момент, и у самых бедных людей в обществе все их богатство было сведено на нет, потому что они держали наличные деньги. Поэтому я изучал это и был очень взволнован, и я видел некоторые из ваших интервью с Милтоном Фридманом и все эти вещи. И когда я впервые увидел документ о биткоине, мне потребовалось немного времени, чтобы прийти к такому выводу, но я думаю, что то, что меня в нем взволновало и что я позже смог сформулировать, заключалось в том, что я сказал, это, возможно, самая важная технология, которая может увеличить экономическую свободу во всем мире, потому что она, по сути, возьмет любого, у кого есть смартфон, а это все больше и больше, каждый в мире, и скажет, если у вас есть смартфон и подключение к интернету, неважно, в какой стране вы живете, если вы находитесь в коррумпированном режиме или что-то еще, вы можете иметь доступ к хорошей финансовой инфраструктуре. Вы можете получить доступ к надежным деньгам, которые нельзя раздуть. У вас может быть доступ к правам собственности. И если бы мы могли внедрить эту хорошую финансовую инфраструктуру в странах по всему миру, это действительно избавило бы мир от бедности. Мы увидим больше инноваций. И меня это очень заинтересовало. Так вот, одна из вещей, о которых вы упомянули, меня очень заинтересовала, поэтому я хочу вернуть вас к ней и не проходить ее слишком быстро. Вы провели год в Аргентине после окончания RISE, и что вы там делали? Вы просто путешествовали, чтобы посмотреть мир? Ну да, в основном я работал над стартапом в сфере образования и мог жить где угодно, пока занимался этим. И поэтому я никогда не проводил семестр за границей, не служил в армии или что-то в этом роде. И вот я почувствовал, что каким-то образом пытаюсь понять, что я хочу делать со своей жизнью. И я подумал, что мне нужно выйти из своей зоны комфорта и посмотреть мир, а не жить замкнуто. И я переехала туда как бы по прихоти. Я не планировал там жить. В основном я планировал просто приехать и, возможно, провести месяц в разных городах мира. И да, я пытался выйти из своей зоны комфорта и понять, чем я хочу заниматься. Я был в Буэнос-Айресе всего один раз, но я представляю, что это похоже на то, как вы гуляете по Буэнос-Айресу и смотрите на здания, которые были построены, когда страна была богатой и уверенной в себе. Это город, на который смотришь и думаешь, что это, что город демонстрирует поношенное благородство. А ведь было время, когда он, должно быть, сиял, верно? Ладно, а затем вы начинаете понимать, что это происходит, потому что об этом пишут в прессе, и это происходит на улицах на самом деле. Особенно на улицах, если вы американец в отеле, к вам обязательно подойдет кто-нибудь и предложит заключить сделку между песо и долларами. И вы скажете себе, валюта ненадежна, биткоин может это исправить.
коррумпированное учреждение, биткоин может это исправить. Незащищенные права собственности, да, биткоин может восстановить права собственности. Итак, все это проносится в вашей голове. Опыт Аргентины в вашей голове, когда вы читаете этот документ. И думаете, подождите-ка, я был в стране, которая могла бы преобразиться, если бы преобразилась. Хорошо. Итак, Coinbase выходит на биржу, чтобы стать одной из них. Брайан, у меня для тебя новости. Теперь вы несете фидуциарную ответственность перед своими акционерами. Ваша работа не в том, чтобы расширять свободу в мире. Ваша задача — обеспечить своим акционерам максимальный доход. Так не возникает ли теперь противоречие между заявленной миссией, которая, как я понимаю, все еще остается миссией, вы все еще подчеркиваете это, заявленной миссией и просто старым тем, что корпоративная Америка и ваши инвесторы ожидают от вас? Да. На самом деле, я так не думаю. Я думаю, что они очень похожи. Я считаю, что у великих компаний должна быть важная миссия в мире, выходящая за рамки простого зарабатывания денег. Но обычно для выполнения этой миссии нужен большой капитал и много талантливых людей, верно? И как же вы это делаете? Я имею в виду, что у вас должна быть отличная бизнес-модель, вы должны генерировать прибыль, а затем вы должны быть в состоянии использовать этот капитал, чтобы направить его на еще более важные вещи, чтобы вы могли расти и добиваться прогресса в выполнении этой миссии. Например, в США мы занимаемся трейдингом, верно? Это очень прибыльно, и мы помогаем многим людям переводить фиатную валюту в криптовалюту. И это хорошо, это просто помогает развитию криптовалютной экосистемы. Иногда в некоторых регионах мира, например, на развивающихся рынках, мы говорим, ну, не то чтобы там был огромный рынок, может быть, у людей не так много денег, но есть большая потребность с точки зрения миссии, и они могли бы извлечь огромную пользу из криптовалюты. Я имею в виду, что люди в США получили бы от нее определенную выгоду. А в некоторых из этих регионов, если они сталкиваются с инфляцией в 140% в год или конфискацией их богатств, для них это как экзистенциальная проблема. Поэтому мы попытались создать несколько продуктов, которые действительно служат развивающимся рынкам. И я думаю, что со временем это может стать интересным бизнесом, но мы должны правильно распределять капитал и убедиться, что мы инвестируем в основное направление, чтобы у нас было достаточно средств, чтобы мы могли заняться следующим смежным бизнесом и сделать несколько венчурных ставок. Но вы не должны слишком отвлекаться и делать венчурные ставки главным делом, потому что у вас закончатся деньги, и вы никогда не выполните миссию. Итак, вы бизнесмен с миссией, но вы бизнесмен. Конечно. И, кстати, именно так вы привлекаете лучших людей в мире, чтобы они работали на вас. У вас должна быть важная миссия, связанная с чем-то большим. Хорошо. Да. Еще один вопрос об основании Coinbase. Я хочу задать несколько вопросов о текущей культуре Coinbase, но еще один вопрос об основании. Не так давно Wall Street Journal опубликовал о вас статью, в которой назвал вас, думаю, я точно это процитирую, последним человеком, который стоит на ногах. И мы знаем, почему это так. Потому что Сэм Бэнкман-Фрид, который основал гигантскую криптобиржу FTX, взорвалась и теперь находится в тюрьме. И потому что Чанпен Чао, который основал Binance, или Binance, которая, на мой взгляд, является крупнейшей криптовалютной биржей в мире, и сейчас он признал себя виновным в нарушении американских законов об отмывании денег и ожидает вынесения приговора. Я хочу, чтобы вы затронули эту тему, потому что в глубине души люди, которые знают об этих двух делах, а о них знают все, они были огромной новостью и все еще будут огромной новостью. Чанпен Чао ожидает вынесения приговора. Как вы можете убедить меня в том, что Coinbase просто принципиально другая? Ну, я думаю, что когда два наших основных конкурента потерпели огромное поражение, это подтвердило нашу стратегию, которой мы придерживались на протяжении последних, не знаю, 11 или 12 лет. И FTX, и Binance относительно новой компании, Coinbase существует уже давно. И мы видели множество взлетов и падений этих циклов. И, к сожалению, в периоды подъема мы видим, как появляются новые участники, а иногда, особенно на офшорных нерегулируемых биржах, возникает нечто вроде стремления срезать углы, нарушить правила, разбогатеть или умереть в попытке. Мы видим, как иногда такие компании, как эти стартапы в офшорах, взлетают ввысь по популярности, но затем также эффектно взрываются. За последние 11 лет Coinbase придерживалась совершенно иного подхода. С самого начала мы говорили, хорошо, я хочу построить эту компанию в Америке, я американский гражданин. Для меня всегда было очевидно, что нужно следовать закону, который существует сегодня. Возможно, нам понадобятся новые законы для криптовалюты, потому что есть несколько областей права, где все немного неясно. Но
В отсутствие такой ясности не пытайтесь украсть базу. Попробуйте сделать что-то разумное, что, по вашему мнению, было бы правильным в отсутствии ясности. И вот в первые же дни мы пошли и встретились с регуляторами. Я надевал костюм и галстук, и мы выступали за принятие четкого законодательства. Мы получили все лицензии, которые были доступны нам в то время. Сейчас мы делаем это на все большем количестве рынков по всему миру. Я думаю, что последние несколько лет были очень полезными для этой стратегии. Кстати, если вы собираетесь следовать подходу к соответствующему требованиям законодательства, вы не всегда можете двигаться так же быстро. И иногда это было очень трудно заметить, особенно в 2 и 21 годах, когда эти конкуренты стремительно росли, а наши инвесторы и люди спрашивали нас, ну, почему вы не запустили этих ребят? Точно. И тогда требовалась определенная дисциплина, чтобы сказать «нет». Хорошо. Культура Coinbase. Мы уже говорили об этой миссии свободы, но есть история о том, о становлении Coinbase, которую я слышал, потому что это известная история в Кремниевой долине, и я хочу услышать ее от вас. Сейчас осень, и это сложный момент в Соединенных Штатах Америки. Смерть Джорджа Флойда привела к протестам и беспорядкам. На собрании компании Coinbase некоторые из ваших сотрудников потребовали, чтобы вы и компания официально тем или иным образом поддержали движение Black Lives Matter. Именно так. Вот так эта история дошла до меня. И то, что произошло дальше, говорит кое-что о том, как вы строили Coinbase. Что же произошло дальше? Да. Для меня, как для нового генерального директора, это был очень интересный момент руководства. И знаете, я никогда раньше не получал подобных требований от сотрудников. В прошлом мы получали вопросы на общих собраниях и спрашивали, как нам победить этого конкурента, как нам выполнить это постановление. Просто вопросы. Да. Как нам продвинуть миссию и продукт. И я заметил, что примерно в это время я начал получать все больше и больше вопросов на этих собраниях, которые действительно касались более широких общественных проблем, которые даже не были связаны с нашим продуктом или нашей миссией, и, признаться, мне стало не по себе. На самом деле, мне кажется, что было немного похоже на то, как мы заставим руководителей корчиться на сцене, отвечая на самые сложные и острые вопросы нашего времени. И знаете, я, конечно, не претендую на то, что у меня есть ответ. В мире существует множество сложных проблем, на которых Coinbase не фокусируется. Мне они интересны. Иногда у меня есть свое мнение, иногда нет. Но я не считаю, что решение этих проблем — моя работа. И это нормально, если у всех в компании иногда разные точки зрения на то, как это сделать. Конечно, это сродни вежливости, верно? Если вы сидите за обеденным столом, знаете, на Рождество со всеми родственниками, то, знаете, старайтесь не затрагивать темы религии, политики или что-то еще, если люди немного противоречивы или их задевают все эти вещи. Так что я считаю, что мы здесь для того, чтобы работать над работой. Мы здесь, чтобы работать над миссией компании. Но все чаще люди вступали в массовые споры друг с другом и расстраивались. И кульминацией этого стала забастовка, когда, как мне кажется, 3 или 4 сотни сотрудников ушли из компании, отказавшись работать в знак протеста, потому что мы не решили, хотим ли мы поддержать BLM. Позже я узнал кое-что, что вызвало у меня большие опасения по поводу BLM, но в то время я не очень много знал об этом, поэтому это был очень напряженный момент. Мы собрали команду и сказали, так, хорошо, давайте вернем людей к работе. А я как бы сказал, хорошо, мы рассмотрим это и поддержим в какой-то форме, и вроде как без всяких обязательств. Но прошло еще несколько месяцев, и это меня уже достало. И я понял, что мне не удалось создать ясность в компании. Я всегда как бы ходил в скорлупе, когда люди затрагивали эти темы. И я понял, что потерплю неудачу как лидер, если не создам в этот момент ясность в том, что представляет собой эта компания и куда мы идем. Поэтому я написал в блоге пост, который разошелся по всей Кремниевой долине, о том, что компания должна быть нацелена на миссию. И я, по сути, сказал сотрудникам, да, слушайте, мы будем аполитичной компанией, мы не будем заниматься более широкими общественными проблемами или активизмом сотрудников, если это не связано с нашей миссией, которая заключается исключительно в криптовалютах и экономической свободе. И я не смог объяснить это всем в прошлом. Теперь я это разъясняю. Если вы чувствуете, что это не то, на что вы подписались, вот пакет услуг, который вы можете принять. Я думаю, это было выходное пособие на срок от 3 до 5 месяцев, в зависимости от вашего стажа. И, кстати, многие сотрудники и руководители говорили мне, боже мой, не публикуй это. Это будет очень спорно. Никто, ни один недопредставленный человек больше никогда не будет работать в этой компании. Люди говорили мне разное. Я разговаривал с различными группами сотрудников и не слышал от них ничего подобного. Они говорили мне, я просто хочу приходить в место, где я могу хорошо работать и учиться.
вносить свой вклад во что-то важное, как и все остальные. Поэтому я принял очень противоречивое, но, на мой взгляд, правильное решение. Я собираюсь опубликовать это. Я знал, что это вызовет бурную реакцию и будет противоречивым, но на самом деле это оказалось, я думаю, одним из лучших решений, которые я когда-либо принимал для компании, потому что после этого 5% сотрудников уволились. Они приняли выходной пакет. Они сказали, это не то, на что я подписывался. Я сказал, отлично, большое спасибо. И до свидания. И до свидания. И после этого компания выровнялась. Мы не тратили все это время на ненужные споры, на спорные темы дня. Мы сказали, эй, мы собираемся привлечь людей из разных слоев общества и разных убеждений, но мы все едины в своей вере в криптовалюту и экономическую свободу. На работе мы сосредоточимся на этом. Я должен сказать, что работа в качестве генерального директора стала намного проще. А многие другие руководители компаний из списка Fortune 500 звонили мне и говорили, боже мой, как ты это сделал? Мы хотим сделать то же самое. Они все чувствовали себя под таким давлением. Активистов так много, что мы не можем ничего сделать. Я имею в виду, что элементы этого происходят и по сей день, например, внутри Google и так далее. Поэтому я думаю и надеюсь, что это станет учебником для других компаний. Мы были ранними, на нас обрушилось множество нападок, но, думаю, сейчас, оглядываясь назад, люди понимают, что это было правильное решение. Это кое-что говорит о Coinbase. Если позволите, это также кое-что говорит о вас. Вы кажетесь очень приятным человеком. Вам также приходится быть жестким, потому что вся Кремниевая долина двигалась в одном направлении, а Брайан Армстронг сказал, «Нет, только не Coinbase, мы будем делать бизнес». Ладно, хорошо, я просто делаю мысленную пометку. Не переходите дорогу этому парню. Итак, это подводит нас к тому, что у нас есть культура, у нас есть методы управления, мы установили, что вы можете быть сильными, и это подводит нас к Coinbase и комиссии по ценным бумагам и биржам. Позвольте мне немного рассказать об этом. Комиссар комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер назвал криптовалюты, цитата, «исключительно рискованными и часто волатильными», и сравнил криптовалютные биржи, опять же цитата, «с Диким Западом». Конгресс так и не принял ничего похожего на всеобъемлющую нормативную базу для криптовалют, поэтому Гэри Генслер пытается подвести криптовалюты в сферу регулирования SEC с помощью судебного иска. Он занимается регулированием путем принуждения. Думаю, именно такой термин используется в Вашингтоне. Один иск за другим. Так что вы узнаете, что такое регулирование, когда SEC подает на вас в суд. Главный вопрос здесь... Как я понимаю, я излагаю его, поправьте, если нужно, когда я перейду к вопросу, являются ли криптовалюты товаром или ценные бумаги. Грубо говоря, они больше похожи на свиные брюшки или на акции General Motors. Генслер настаивает на том, что большинство криптовалют действительно являются ценными бумагами, что дает SEC право регулировать их. А Брайан Армстронг сказал... Нет, я так не думаю. И вы, не вы, а Coinbase, подала в суд на комиссию по ценным бумагам и биржам, что вынуждает меня напомнить вам еще одно правило управления публичной компанией. Не подпускать к себе SEC, что бы вы ни делали. О чем вы думаете? Что вы делаете? Ну, я думаю, что мы, конечно, не жаждем ввязываться в судебные разбирательства с SEC или любым из наших регуляторов. И я думаю, что вы правы, общее правило, и это был совет, который все говорили, особенно, я не знаю, 3 или 4 года назад, до тех пор было нормой, что вы всегда просто идете, работаете с SEC и говорите «да», улаживаете дело во внесудебном порядке. Я думаю, что в этой сети, кстати, мы не одиноки. Сейчас многие люди вовлечены в судебные разбирательства с SEC, и дошло до того, что они не во всех случаях добросовестно сотрудничают с отраслью. Существуют требования, которые они предъявляют к разработке правил. Это так называемый закон об административных процедурах, согласно которому, если они собираются принять новое правило, они должны принять участие в периоде комментариев, а затем опубликовать правила, а затем... Если вы публикуете правила, а люди их не соблюдают, то, конечно, должны быть приняты меры по их исполнению, верно? Но если нет четких правил, как вы можете сразу перейти к правоприменительным мерам? Это вообще-то противоречит закону. И, к сожалению, я думаю, что, кстати, Гэри Генслер — умный парень. Он преподавал в Массачусетском технологическом институте курс по криптовалютам и блокчейну. Итак, если вы посмотрите эти видео, то поймете, что он понимает потенциал этой технологии. Он даже говорит в этих видео, что некоторые из них являются...
товарами, а некоторыми ценными бумагами. И только когда он стал председателем комиссии по ценным бумагам и биржам, и я думаю, что у него могут быть свои политические мотивы для этого или карьерные, но он вдруг стал очень уверенным, что все это ценные бумаги. Раньше он так не говорил. Я думаю, причина в том, что в США есть два федеральных регулятора. CFTC занимается сырьевыми товарами, а SEC — ценными бумагами. Кстати, в Великобритании такой проблемы нет. Там всего один регулятор — FCA. И когда я приезжаю туда, регулятор никогда не говорит об этой разнице между товарами и ценными бумагами. Их это не волнует. Все подчинено одному регулятору. То же самое в Сингапуре. В США по историческим причинам их два. И так внезапно это превратилось в масштабную войну за территорию и... Вопрос о том, кто из них кто. Ваш основной аргумент Coinbase не относится к вопросу о товарах и ценных бумагах, он относится к вопросу о процедуре. Правильно ли это? Правильно ли я понял? Вы утверждаете в суде, что SEC не может устанавливать правила, подавая на людей в суд. Она должна устанавливать правила так, как устанавливает правила комиссия, период комментариев, публикация правил. Да, если вы опубликуете правила, то люди будут им следовать, да. Это аргумент, который вы приводите в суде? Так и есть. И, кстати, моя точка зрения заключается в том, что есть некоторые криптовалюты, как я уже сказал, это технология, которая может быть использована для обновления финансовой системы. Я думаю, что ее можно использовать для обновления криптовалют. Есть много того, что, вероятно, должно быть товаром. Думаю, это может быть интересно и для криптовалют. Это могло бы сделать торговлю ценными бумагами в процессе формирования капитала намного более эффективной, но для этого должен быть процесс регистрации этих ценных бумаг в SEC, которого, на мой взгляд, сегодня нет. Так что должно быть и то, и другое. Криптовалюты могут создать интересные товары и ценные бумаги. В отсутствие такой ясности, повторюсь, мы в Coinbase придерживались очень консервативного подхода. Мы оценили тысячи различных криптоактивов. Мы отклонили, я думаю, около 90% из них. Мы сказали, что это немного неясно, но эти 10% очень четко вписываются в понятие «товар» и его определение. Мы работали со сторонними юристами, вот приглашали комитеты, которые высказывали свое мнение по этому поводу, писали всевозможные бумаги. Вы потратили на это деньги, стопки бумаги на каждого. Так что да, я думаю, мы проявили много добросовестных усилий. И чтобы SEC пришла и сказала, ну, это все ценные бумаги. А мы ответим, ну и как вы пришли к такому выводу? Какие именно и почему? А нас просто встретили молчанием. Я думаю, мы встречались с ними 30 раз в течение года, но так и не получили ни одного отзыва о них. Так что я как бы услышал от них следующее послание. В принципе, прекратите все это, или вы получите судебный иск. А правила никогда не были ясны. И поэтому... Мне было легко принять решение обратиться в суд, потому что я считаю, что мы правы по факту и по закону. И единственной альтернативой было прекратить заниматься бизнесом. Итак, я хочу перейти к вопросу о регулировании помимо SEC через минуту, но у вас есть дело, проходящее через суд. Мне кажется, и судя по тому, что я читал, другие люди согласны с этим, что это дело может дойти до Верховного суда. Так есть ли у вас какое-то представление о том, сколько времени потребуется, чтобы добиться решения по этому делу? Мне кажется, что это может затянуться на годы. Да, но это зависит от обстоятельств. Мы недавно подали ходатайство о прекращении дела. Это редкость, когда дело отклоняют на такой ранней стадии. Но я думаю, что люди, глядя на других судей, которые выносили решения по другим делам в данный момент, говорят, «Вау, я думаю, у Coinbase очень хорошие шансы выиграть это дело». Так что, независимо от того, выиграем ли мы дело раньше или позже, я чувствую уверенность в том, что мы его выиграем. Будет интересно, если дело дойдет до Верховного суда, возможно, мы увидим разные мнения в разных округах. Но я думаю, что при нынешнем Верховном суде это был бы хороший исход для нас. Думаю, нам даже больше понравится наши шансы, если дело хотели бы суда. Так что SEC, вероятно, не хочет этого знать. Итак, раз уж мы все равно затронули вопрос о регулировании, потому что меня впечатляет то, что, с одной стороны, вы говорите, я заинтересовался этим, когда это была кучка сумасшедших либертарианцев, и я заинтересован в продвижении свободы. Это звучит так, будто вы сами сумасшедший либертарианец или начинали с этого. Затем вы говорите, но что отличает Coinbase от этих офшорных сумасшедших? Это то, что мы хорошие парни. Да. Мы очень стараемся соблюдать правила. Мы развиваем отношения с регуляторами. И в долгосрочной перспективе мы американские патриоты. Мы считаем, что отрасль нуждается в таком же регулировании. Значит, регулирование имеет для вас значение. Хорошо, тогда представьте на минуту, что у нас есть функциональный конгресс, и кто знает, может быть, после выборов так и будет. Представьте, что у нас есть функциональный конгресс, который выполняет свою работу и принял нормативно-правовую базу для этого растущего и захватывающего нового сектора экономики, криптовалюты. И тогда SEC не нужно было бы заниматься правоприменительным регулированием, потому что конгресс выполнил бы свою работу. Как должна выглядеть эта нормативная база? Так, это отличный вопрос. Я имею в виду, что именно этим, кстати,
сейчас занимаются все остальные страны большой двадцатки. Например, Европа уже приняла закон под названием МЕКА, Сингапур, Австралия, Бразилия, Канада. Все они находятся на разных стадиях принятия этого закона. Так что США немного отстают в этом процессе, что объясняет некоторую дисфункцию, происходящую в Вашингтоне. Но я верю, что все образуется. Есть политическая воля, и есть 52 миллиона американцев, которые сейчас действительно хотят избрать кандидатов, поддерживающих криптовалюты, и которые понимают, что вам нужно сбалансировать инновационный потенциал этого и защиту потребителей. Поэтому нам нужна всеобъемлющая основа. Мы не можем допустить, чтобы политизированная СЭКИ просто пыталась все закрыть или что-то в этом роде. Итак, как должна выглядеть эта система? Некоторые области законодательства, связанные с этим, на самом деле уже ясны. Я не думаю, что они нуждаются в обновлении. Например, правила борьбы с отмыванием денег, порядок применения санкций, возможность создания трастовых компаний или получения лицензии на передачу денег. Эти вещи могут быть полезны уже сейчас для всех типов компаний, предоставляющих финансовые услуги, включая криптовалютные компании. Часть закона, которая действительно наименее ясна, это то, что мы затронули ранее. Кто из них является товаром, а кто ценной бумагой? Если предположить, что у нас по-прежнему будет два федеральных регулятора, то это необходимо четко разграничить. Иногда что-то может начинаться как ценная бумага, но со временем стать товаром, когда оно будет достаточно децентрализовано. И это действительно ключевые вопросы, которые необходимо решить, чтобы не допустить, чтобы иногда политизированный регулятор пытался воспользоваться отсутствием ясности. Именно этим должен заняться Конгресс. И я должен сказать, что через комитеты Палаты представителей проходят два законопроекта, которые уже получили двухпартийную поддержку, и я думаю, что некоторые из них могут быть вынесены на голосование в Палате представителей, возможно, уже в этом году. Если все пройдет хорошо, они могут попасть в Сенат в следующем году, и мы вместе с множеством людей в отрасли пытаемся помочь этому случиться. Так что как вы... Верно. Как мне кажется, вы считаете, что пройдет несколько лет, прежде чем мы разберемся с СЭК и получим разумное регулирование? Смотрите, все идет к этому. Я думаю, что в ближайшие несколько лет мы увидим гораздо больше ясности, и причина в том, что у нас есть несколько лошадей в этой гонке. Первое — это судебное дело. Один из способов добиться ясности — это создать прецедентное право. И в некоторых случаях даже не важно, каким будет исход судебного дела, можете указать на решение судьи. И судебная система может отменить решение СЭК, верно? Так что ясность начинает появляться. Другой вариант — это Конгресс. Так что эти законопроекты могут начать продвигаться. У нас может быть другая администрация, другие главы СЭК, которые могут, или CFTC, которые могут начать выступать и вносить ясность. Так что есть несколько вариантов, которые, я думаю, могут помочь. Я думаю, что мы начнем получать все больше и больше ясности. Другой пример. Мы только что получили одобрение ETF на биткоин. И комиссия по ценным бумагам и биржам. Биржевой фонд — это то, что означает ETF? Да, и поэтому СЭК должна была это одобрить. Но вы сделали это очень неохотно. Неохотно. С трудом, да. Суды действительно вынудили их сделать. Я буду работать. Но, тем не менее, это одобрение. И теперь все эти новые пулы капитала приходят. Так что мы каждый день продвигаемся вперед на один ярд. И я думаю, что мы на правильном пути, даже если это происходит удручающе медленно. Хорошо, Брайан. Могу я немного поиграть в адвоката дьявола? Конечно. Когда я говорю «адвокат дьявола», я имею в виду, что собираюсь взять на себя роль Уоррена Баффета и его покойного партнера по инвестированию Чарли Мангера. Уоррен Баффет и Чарли Мангер часто говорят о том, что нельзя использовать эти вещи, нельзя использовать биткоин в транзакциях. И я даже минуту назад процитировал статью Марка Андреэссена, одного из членов вашего совета директоров. Он написал, Марк Андреэссен написал, что критики указывают на ограниченное использование обычными потребителями и торговцами, но эта критика была направлена против ПК и интернета на том же этапе. Каждый день все больше и больше потребителей и торговцев покупают. Марк Андреэссен писал об этом еще 10 лет назад, а транзакции все еще находятся на очень-очень низком уровне. Как так получилось? Ну, я бы сказал, что с того года, когда это было написано, он очень сильно вырос. Но в то время криптовалюты использовали, наверное, лишь несколько миллионов американцев. Сейчас их около доллар. И так, кстати, во всем мире, я думаю, около доллар или около того люди использовали его. Так что... Часто люди проходят через... Я думаю, что частично эта критика правильная, кстати. Позвольте мне просто признать это, я думаю. Я думаю, вы не можете купить, никто не платит за продукты с помощью криптовалюты или за танки с помощью криптовалюты, верно? Хорошо. Да, поэтому товары повседневного спроса, особенно в розничной торговле в США, не будут самыми ранними последователями этого. Более ранними последователями этого будут люди, это в основном цифровые платежи, так что онлайн, а затем на развивающихся рынках. И я скажу, что если бы вы спросили меня 10 лет назад,
то я бы подумал, что мы добились большего прогресса к настоящему времени. То есть вы ожидали? Так да, я ожидал. Примерно да, в 4 раза. Марк Андреасен, мы... Да, хорошо? И я могу немного рассказать о том, почему я так думаю. Но все же я не хочу полностью признавать тот факт, что это очень мало, потому что я думаю, что заставить 400 миллионов человек в мире пользоваться чем-либо, это действительно большой шаг, если отвлечься на 10 лет. Посмотрите на траекторию развития интернета в 80-е и 90-е годы. И вот люди начинают часто использовать криптовалюту, они хотят купить ее часть, чтобы сказать: «Эй, это интересно, я, возможно, хочу владеть частью будущего». Это немного похоже на то, как доменные имена впервые появились в интернете. И люди были в восторге. Для развлечения. Да, да, кто знает, может быть, когда-нибудь это станет ценным, это было в самом начале. Часто люди еще только начинают осваивать криптовалюты. Затем мы увидели, что люди начали использовать криптовалюты для платежей, особенно с помощью стабильных монет, обеспеченных долларами США, и так называемого второго уровня, который позволяет проводить платежи быстрее и дешевле. А мы начали наблюдать довольно большую активность в сфере платежей, особенно на развивающихся рынках, о чем я могу рассказать, если вы захотите. А совсем недавно мы увидели, что люди начали использовать криптовалюту для нескольких целей. Одна из них называется NFTs, по сути, это художники, которые пытаются опубликовать свои работы в цифровом виде, чтобы иметь возможность напрямую общаться со своими поклонниками для монетизации. Такие вещи, как децентрализованные социальные сети, только начали развиваться, и они устойчивы к цензуре. То есть вы не подвергнетесь цензуре со стороны больших технологий, но это также способ монетизации социальных сетей напрямую, а не с помощью рекламы, размещенной на платформе. В общем, есть много полезностей, о которых мы можем поговорить, я думаю. Если провести аналогию с интернетом, интернет должен был сделать несколько вещей. Во-первых, люди этого не помнят. Интернет начинался с IP-адресов, а они вроде как машиночитаемые, но не человекочитаемые. Поэтому нам понадобились доменные имена, которые можно было бы перевести в IP-адреса, чтобы они стали как бы человекочитаемыми, а также адреса электронной почты и тому подобные вещи, которые можно было бы запомнить, а не просто ряд цифр. Криптовалюты, опять же, начинались с чего-то похожего на IP-адреса. Например, адреса биткоинов выглядят как случайная строка символов. Теперь у нас есть вещи, которые более человекочитаемы, и я могу рассказать о некоторых из них, поэтому нам пришлось сделать имена и адреса человекочитаемыми. Второе, что нам нужно было сделать, это обеспечить большую масштабируемость. Интернет, помните, прошел путь от коммутируемого доступа к широкополосному, и хорошо. По коммутируемому доступу можно было загрузить страницу текста или что-то в этом роде, а по широкополосному доступу можно было начать создавать более интерактивные приложения. Криптовалюта переживает свой собственный момент перехода от dial-up к broadband, но в криптовалюте это называется переходом от первого слоя ко второму. И еще одной важной вещью, необходимой для широкого распространения интернета, был веб-браузер, верно? Обычные люди не очень-то хотели сидеть в командной строке, набирая команды. Как только появился веб-браузер, им мог пользоваться любой. Они не знали, что под ним используются такие интернет-протоколы, как HTTP и SMTP, но они и не знали об этом, они просто хотели нажать на ссылку. И вот с появлением Netscape и ранних браузеров наступил момент, когда открылась возможность для многих людей пользоваться интернетом, даже не заботясь о базовой технологии. Так и криптовалюта, я думаю, еще не пережила тот момент, когда мы сможем сделать ее простой и доступной для широкого круга людей, и это часть того, что Coinbase пытается сделать с помощью нашего самоокупаемого кошелька, о котором я могу рассказать, если вы захотите. Но в любом случае, я думаю, что эти три части, возможно, когда мы оглянемся на криптовалюту через 5-10 лет, мы скажем, что это были похожие моменты, которые привели ее к тому, что, в конце концов, мы достигли миллиарда, пары миллиардов людей, использующих ее каждый день. Спасибо. А теперь это был Уоррен Баффет. А теперь пара секунд Чарли Мангера, его позднейшие инвестиционные части. Но я не знаю, помог бы этот ответ Уоррену Баффету, но я имею в виду, что его точка зрения может быть... Я не встречался с ним лично, но я думаю, что его точка зрения может быть немного больше похожа на то, что доллар король. И да. Вот Чарли Мангер. Тоже зло, потому что подрывает Федеральную резервную систему и систему национальной валюты, в которой мы отчаянно нуждаемся для поддержания ее целостности, государственного контроля и так далее. Хорошо. Итак, это серьезное обвинение. Это не просто бесполезная вещь. Чарли Мангер говорит, покойный Чарли Мангер говорит, что по мере роста криптовалют, все больше людей держат криптовалюты, все меньше людей держат доллары, это ограничивает возможности Федеральной резервной системы контролировать валюту, управлять экономикой, поддерживать занятость, сдерживать инфляцию и все такое. И поэтому то, что вы делаете, как я понимаю, Чарли Мангера и Уоррена Баффета, их обычная точка зрения была бы такой: «О, какого черта? Пусть Брайан Армстронг поиграет с Coinbase и посмотрит, что из этого выйдет. Так устроена экономика. Мы делаем ставки на вещи и смотрим, что из этого выйдет». Но вы представляете угрозу для
валюте Соединенных Штатов, и он даже заходит так далеко, что называет ее злом. Как вы на это ответите? Я думаю, что это действительно суть спора, и здесь мнения людей могут расходиться, но я выскажу свою точку зрения на это. Я считаю, что одна из самых патриотичных вещей, которые вы можете сделать для Америки, чтобы западная цивилизация продолжала процветать, а доллар оставался актуальным и все такое, это сдерживание дефицитных расходов и высокой инфляции. В свое время Никсон полностью отказался от золотого стандарта, и поскольку доллар больше не был обеспечен никаким твердым товаром, это позволило практически неограниченно раздувать денежную массу. И с тех пор, я думаю, Америка начала сталкиваться с проблемами, верно? Есть один замечательный сайт. Кажется, он называется WTF Happened in One. Там просто показана целая куча графиков, которые происходили в то время. И проблемы начались, когда мы отделились от золота. Верно. И так, я патриот США, я считаю, что Америка — великая страна. Я решил построить Coinbase здесь, в этой стране. Я считаю, что если у нас не будет сдерживающего и уравновешивающего фактора для доллара, то не будет и стимула. По сути, стимул заключается в том, что предложение просто раздувается, и вы можете посмотреть на историю этого. У Рэя Далио есть отличная книга об этом, но, по сути, великие империи рушатся, когда они теряют финансовую дисциплину с валютой и теряют статус резервной валюты. Так что да... Брайан, можно? Я думал о Чарли, потому что когда он сказал... Криптовалюта — это зло. Я подумал, откуда это вообще взялось? Ну, он умер в прошлом году в возрасте 99 лет. И это значит, что он был достаточно взрослым человеком, так что формирующим опытом в его жизни была депрессия. Великая депрессия. И как многие люди... Я делаю это потому, что мои родители, многие люди, выросшие в тот период, правительство так или иначе сыграло важную роль в том, чтобы вытащить нас из этого кризиса. И так или иначе, Федеральная резервная система, банковская система, наконец придумала, что делать, чтобы нам не пришлось проходить через это снова. Мне просто интересно, в то время как, если взять, мы записываем это в Стэнфордском университете, вы возьмете детей здесь, с тех пор, как Джо Байден стал президентом, инфляция подорвала стоимость доллара. Другими словами, если вы более молодой человек и наблюдаете за происходящим, вы не считаете ФРС такой уж великой. Есть ли здесь какая-то проблема поколений? Да, я имею в виду, я думаю, что вы можете посмотреть на это в данных. Все эти опросы показывают потерю доверия к нашим основным институтам, но я думаю, что вы правы. Хорошо управляемая ФРС может справиться с потрясениями в системе, взлетами и падениями, и это, кстати, касается не только ФРС. Я думаю, что они проделали вполне разумную работу, но дело еще и в том, как устроены стимулы в Конгрессе, верно? Сейчас нет ни одной партии, которая хотела бы принять сбалансированный бюджет. И это, кстати, характерно не только для Америки. Это относится ко всем великим империям, если вы вернетесь назад и посмотрите на британцев, голландцев, Китай и так далее. Как только у вас появляется статус резервной валюты, возникает соблазн злоупотреблять им и надувать, и в конце концов вы заходите слишком далеко и теряете доверие к системе. Поэтому я считаю, что должна быть альтернатива, и люди уже начинают понимать, что биткоин — это доказанный дефицит. Вам не нужно доверять добрым намерениям человека, человечества, женщин и так далее. Вы доверяете законам математики, верно? В этом смысле они нерушимы. И поэтому мне всегда казалось немного странным или просто неправильным, что существует очень небольшое количество людей, держащих пальцы на циферблатах изменения процентных ставок или денежной массы. Это как кольцо власти. Потенциал для злоупотреблений слишком заманчив. В конце концов, искусство — это человек. Даже Джером Пауэлл, в конце концов, человек. Дело не только в нем. Я думаю, что он разумный человек, но дело в системе, и стимулы настроены неправильно. И Аргентина всего на 100 лет дальше в этой истории, но вы видите, что Америка по-прежнему, я думаю, самая сильная страна в мире, и это лучшее место для ведения бизнеса и всего остального, и я думаю, что мне больше негде быть, но вы можете видеть некоторое напряжение в системе. И я действительно считаю, что лучший способ обеспечить выживание доллара и убедиться, что он является источником мягкой силы США, это оцифрованный доллар. Способ обеспечить выживание Америки заключается в том, чтобы валюта была сильной, и мы продолжали этот американский эксперимент. Я считаю, что биткоин и криптовалюты очень важны для этого.
Понятно. У вас есть компания, которой нужно управлять, так что последние вопросы. Вы руководите компанией с момента ее основания, то есть уже 11 лет. Вы находитесь на том этапе жизни, когда вы могли бы заняться чем-нибудь еще, но вы дали понять, что собираетесь продолжать руководить Coinbase в течение неопределенного периода времени. Сейчас 11 лет, давайте заглянем еще на 10 лет в будущее, чего еще предстоит достичь Coinbase. Я имею в виду, мне кажется, что мы еще очень рано выполнили свою миссию, верно? Последние 10 лет были замечательными. Мы создали отличную биржу, хранилище и некоторые из этих полезных приложений. Но как нам достичь того, чтобы миллиард или больше людей пользовались этой технологией каждый день? Зарабатывать с ее помощью на жизнь, оплачивать товары и услуги, платить друзьям и семье, может быть, даже делать всевозможные вещи, помимо финансовых услуг, о которых я уже упоминал, с художниками и предприятиями, имеющими прямые отношения, и, в общем, все части финансовой инфраструктуры, которые могли бы помочь принести эту экономическую свободу в мир. Так что я не думаю, что работа действительно закончена, пока мы не добьемся того, чтобы хотя бы миллиард людей пользовались ею каждый день. Итак, Брайан, когда я начал готовиться к этому шоу, я ничего не понимал. И еще одна вещь, которая меня просто сбила с толку, я склонен доверять тому, чьи суждения о рынках сделали его миллиардером. Но в криптовалюте миллиардеры есть с обеих сторон. Но я просматриваю свой список литературы, который вы любезно предоставили. И знаете что? Произошла очень странная вещь. Я начал понимать, что некоторые аргументы в пользу криптовалют действительно сильны. Так что позвольте мне пройтись по нескольким из них, потому что в конце будет вопрос. Транзакции. Если вы продавец в торговом центре, каждый раз, когда кто-то использует кредитную карту, вы платите компании 2%. Вы можете снизить эту сумму почти до нуля, используя биткоин или другую криптовалюту. Да. Безопасность. Вот заголовок из онлайн-издания New York Times, на который я обратил внимание всего пару дней назад. Кибератака реализует крупнейшую платежную систему здравоохранения. Взлом привел к финансовому хаосу от крупных больниц до врачебных практик. Разумное использование криптовалют сделало бы это невозможным или крайне маловероятным с точки зрения обеспечения безопасности платежных финансовых систем. Преимущества огромны, верно? А вот еще одна, связанная с моим прошлым, старая модель журналистики просто рухнула. Раньше вы продавали новости за рекламу, а теперь Google забрал всю рекламу. Так что Wall Street Journal и New York Times продают подписку, и они продают и никак не могут перешагнуть через 2-3 миллиона человек, когда вы знаете, что в стране с населением в 330 миллионов есть десятки миллионов, которым будет интересна эта статья или та статья, а не подписка, которая стоит несколько сотен долларов в год. А с помощью биткоина или другими криптовалютами вы можете совершать микротранзакции. Так что я могу заплатить 10 центов, потому что эта статья меня заинтересовала, или пенни. Хорошо. Вы начинаете видеть вещи, которые криптовалюта делает возможным, и в итоге возникает вопрос, почему это не получило более широкого распространения уже. И вот, вот в чем вопрос. Аргументы в пользу этого действительно довольно весомые. Я ожидал, что политические, я сейчас думаю в терминах политики, политические группы будут настаивать на более широком принятии, более широком использовании и на том, чтобы SEC и Конгресс привели свои действия в порядок. Хорошо. Итак, с чем мы сталкиваемся? Является ли медлительность в принятии криптовалют для транзакций, например, медлительность политической системы в реагировании? Просто ли это измерение человеческой инерции? Это то, что происходит? Или я что-то упускаю? Есть ли глубокие подозрения, причины быть осторожным в этом вопросе? Какой-то финансовый принцип предосторожности, который я просто упускаю? Я имею в виду, что вы заходите на интересный психологический вопрос о том, как происходит прогресс.
Я имею в виду, что отчасти это связано с поколением. Я действительно думаю, что демографическая группа от 18 до 40 лет гораздо больше заинтересована в криптовалютах. Они уже больше используют ее. На самом деле, большинство людей этой возрастной группы в Америке активно ищут альтернативы существующей финансовой системе. Они считают, что она не работает для них. Слишком высокие комиссии, есть задержки, неравный доступ. Поэтому, когда я встречаюсь с членами Конгресса, которым за 40, а это большинство из них, часто они лично не пользовались криптовалютами, но их дети пользуются, а их сотрудники пользуются. Так что отчасти дело в поколении. И потом, я думаю, вы правы. Многие люди в Америке до сих пор платят за квартиру бумажными чеками. Так что перемены не за горами. И, кстати, знаете, наша система правления, о которой вы говорили, это и особенность, и недостаток. Верно, что мы хотим иметь разные ветви власти, чтобы никто не мог иметь одностороннюю власть. Но это означает, что она политическая. Вы должны создавать эти союзы. Чтобы добиться принятия новых законов, нужно маленькое чудо. Поэтому правительство движется очень медленно, и это, безусловно, является препятствием для инноваций. А в некоторых случаях мы наблюдали активное сопротивление, как в случае, о котором мы говорили, но молодые люди хотят этого. Они четко понимают, что за этим будущее. Уже 52 миллиона американцев воспользовались этой услугой, и они собираются, как электорат, кстати, это в 3 раза больше, чем число людей, имеющих профсоюзный билет. Это в 5 раз больше, чем число тех, кто владеет электромобилем. Я думаю, что поколение в Вашингтоне только начинает замечать, что, о боже, это огромная база избирателей. И это просто плохая политика — выступать против криптовалют. Вы не выиграете ни одного голоса, выступая против криптовалют. На самом деле вы оттолкнете от себя 52 миллиона американцев. Поэтому я думаю, что выборы в ноябре будут очень интересными. Есть ли такие организации, как StandWithCrypto.org, которые являются своего рода низовым движением людей, которые хотят голосовать за кандидатов, поддерживающих криптовалюты. Есть суперпак, в которую мы пожертвовали наряду с другими под названием Fairshake. Сейчас это один из крупнейших суперпаков, так что это будет огромной проблемой на выборах в ноябре. И я думаю, что в Вашингтоне поймут, что выступать против криптовалют — это политическое самоубийство, по сути, на данном этапе. У меня есть 2 последних вопроса. Вот один. Вам еще только 41. Да. Вы уже добились большего, чем многие люди даже надеются добиться за всю свою жизнь. Вы, грубо говоря, простите меня, но, грубо говоря, вы богаты. Вы действительно богаты. А еще, грубо говоря, будь я на вашем месте, я бы сейчас лежал на пляже, а не собирался садиться в машину и отправляться управлять крупной компанией. Для чего вам остаток жизни? Это отличный вопрос. Так что, знаете, как только я сколотил определенное состояние, я думаю, что это был отличный вопрос, который я должен был себе задать, на что я хочу потратить свое время, верно? И не все аспекты работы генерального директора доставляют удовольствие. Знаете, как и в любой другой работе, если пытаться сделать что-то важное, будут некоторые части работы, которые, о боже, будут отстойными. Но я бы сказал, что если увеличивать масштаб, то я нахожу ее, по крайней мере, очень полезной. А временами это очень весело. Я имею в виду, что у меня бывают такие классные разговоры. Знаете, вы бы не стали со мной разговаривать, если бы я был просто пляжным бездельником или кем-то еще. Верно, даже если бы у меня была куча денег. Поэтому я также чувствую, что у людей есть определенное чувство ответственности перед обществом. Если вы, знаете, мы живем в золотой век инноваций в области программного обеспечения, и на этом делаются состояния. Если вам посчастливилось быть одним из тех людей, которые заработали большое состояние на программном обеспечении и создании компании, мне очень нравится идея взять часть этого капитала и применить его для решения сложных технологических проблем или, знаете, заняться тем, что действительно может сдвинуть с мертвой точки общества. Потому что в стартапе, например, в компании по разработке программного обеспечения, можно привлечь относительно небольшие суммы денег, а маржа высока, и ни один бизнес не бывает легким, но в сфере программного обеспечения добиться успеха проще. Если вы хотите начать делать ракеты, автомобили и прочее, то есть компания, в которую я инвестировал, это биотехнологическая компания, которой я помогаю, под названием New Limit, работающая над долголетием. Есть компания, в которую я вложился, под названием Research Hub, которая пытается помочь ускорить научные исследования. Поэтому я очень верю в то, что технологии и наука способны улучшить условия жизни людей, повысить экономику, улучшить все эти вещи. И криптовалюта — одна из самых важных для экономической свободы. Но как нам, как мне взять часть того капитала, который я сгенерировал, и попытаться сделать так, чтобы будущее наступило еще быстрее? Знаете, для меня это очень интересно. И я думаю, что мне было бы очень скучно. На самом деле, иногда я пытаюсь уехать в отпуск на неделю и чувствую себя как бы стресс и беспокойство в конце отпуска. Я как будто не знаю, мне хочется вернуться и что-то сделать. Так что с точки зрения личности, я не думаю, что когда-нибудь уйду на пенсию. Я всегда буду над чем-то работать. Думаю, отцы иезуиты из Белармины очень гордились бы вами.
Ну да, я имею в виду, доллар мне гордится. Здесь есть чувство ответственности. Что мне делать с этим богатством? Ведь это хорошо. Да, я имею в виду, что девиз Беллармина — это, знаете ли, люди для других. И я должен сказать, что в то время, когда я учился в средней школе, я не особо задумывался об этом. Знаете, мы занимались волонтерской работой и тому подобными вещами. Но я была очень сосредоточена на том, что я не знаю. Я не чувствую, что у меня есть время думать о других людях. Мне просто нужно поступить в колледж, мне нужно заработать денег, мне нужно, ну, вы знаете, сделать все, что я хотел. Но я должен сказать, что не знаю, было ли это только из-за этого, но по мере того, как я становился старше, это начало играть больше в моем сознании. И я начал задумываться... Да, как я могу попытаться сделать что-то хорошее для человеческой команды. Капитал помогает. Человеческая команда. Последний вопрос. Здесь есть камера. Что бы вы хотели сказать Уоррену Баффету? Ну, я имею в виду, что очень уважаю его и все, чего он добился в своей карьере. И я прочитал много его книг, или, по крайней мере, его письма и тому подобные вещи. Знаете, я не чувствую, что мне нужно его убеждать. Я имею в виду, он очень милый старик. И, знаете, это не мое, я не чувствую, что мне нужно идти и убеждать всех в криптовалюте. Я думаю, что эта тенденция будет развиваться со временем, и есть немного дилеммы новаторов, верно? Я не ожидаю, что все руководители крупных банков, с которыми я встречаюсь, мгновенно влюбятся в эту технологию. Хотя самые умные из них действительно интегрируют его, потому что понимают, что им нужно иметь план на этот случай. Я больше хочу сосредоточиться на наших клиентах и росте, сделать криптовалюту более полезной, сделать ее более масштабируемой. Если мы получим миллиард людей, использующих ее каждый день, все это станет неважным, всем придется признать, хорошо, хорошо. Нехотя, но я думаю, что это действительно дало миру что-то ценное. Поэтому я стараюсь в основном сосредоточиться на этом. А для развлечения на званых ужинах я иногда спорю с людьми, но это не мой основной фокус. Хорошо, Брайан, спасибо. Брайан Армстронг, основатель и главный исполнительный директор Coinbase, спасибо. Для Uncommon Knowledge, Гуверовского института и Fox Nation я Питер Робинсон.